Так, Максим Вишневский пишет: «Ширяев, ты же против войны?» Пишет Максим Вишневский, видимо, ФСБшник. По-любому. Мне очень нравится фраза Мать Терезы. Она сказала следующую вещь. Она говорит: если будет митинг, касающийся против войны, нет войны, я не пойду на этот митинг. Ребята, извините. Но когда вы сделаете митинг за мир, вот тогда вот я с удовольствием посещу это мероприятие. Я абсолютно солидарен вот с вот этой чудесной фразой. И вы знаете, я думаю, за те слова, которые сейчас я скажу, меня не подтянут и не посадят. Но хочу их сказать. Мне 34 годика, и несмотря на то, что я живу в стране Россиёпа, где, естественно, не идеальная страна, лет с 20, даже нет, со сранья я уже начал соображать, что такое власть, что такое государство, и не только на примере нашей страны, а на примере многих там государств ты как бы осознаешь, что, ну, что это вообще за грязь. И в детстве ты как бы жил, да, там какая-то движуха, Чечня, не Чечня, но ты мелкий, ты не врубаешься в эту тему, ты вроде живешь, как бы не обламываешься, садик, школы, игры, там танцы, девчонки, там вся движуха, там КВН, не КВН, и ты живешь, и да, там где-то в Африке происходит какой-то, вот здесь слово можно сказать матное, пиздец, да, он происходит, ну да, это где-то там происходит, там эта движуха, но ты, благо, ты живешь в этом, в мире, да, ты знаешь, что это такое, ты где-то там почитал историю и думаешь, вау, какой ужас, обалдеть, там македонский, там такой, сякой, Петр Первый, там, ну, пипец, да, страшно, страшно было, что, ну, были такие войны, где прям необходимо было взять там и убить там столько-то людей, чтобы там твоя территория стала больше, думаю, пипец, конечно, психи, слава богу, сейчас мы живем там в таком мире, когда вот этого гораздо меньше, гораздо меньше. Ты понимаешь, что жизнь классная, в жизни можно кайфовать. У тебя появляется ребенок, как бы класс, ты на него смотришь, ну класс. Как же было раньше, это было, ну пипец. Вот люди были сумасшедшие, слава богу, сейчас более-менее какой-то адекват происходит. А потом ты приходишь к тому и видишь то, что на самом деле адеквата-то нету. Адеквата-то нету, ни хрена. Как все было, так оно в целом-то все вот и осталось. Просто тебя это не касалось. Просто 34 года своей жизни ты жил как бы в мире, особо об этом не думал. Ты жил в мире, ты успел пожить в мире, ты знаешь, что такое мир. Ты знаешь, что это такое, понимаешь? Ты знаешь. И за эти 34 года ты осознаешь, что пошли все в жопу, какого хрена мир, это же круто. Это же круто. Ты пожил в нем, ты понимаешь, что ценить жизнь человека, я осознаю это, я это осознаю, что ценность жизни, вот оно наивысшее. Ценить жизнь любого человека, любого, это ключевое слово, любого человека. Неважно, откуда он, неважно, на каком языке он говорит, это же неважно. Человек. Черный, белый, зеленый, да пошли вы все в жопу. Вот что должен ценить каждый человек. И я уже молчу о каждом правителе. Мудрый правитель должен ценить жизнь не только человека, который находится в твоем государстве, а все жизни, которые находятся на этой земле. И я это осознаю. Я обычный чмошник, блогер гребаный, долбанный. Но ты сталкиваешься с тем, что этого не осознают очень крутые, богатые и властные ребята, живущие не только в этой стране, в каждой стране. Я не хочу говорить вообще слово «война». Ни в каком контексте. Ни в контексте «нет», «да», «почему», «куда», «зачем». Я хочу говорить только слово «мир». Жизнь каждого чувака. Каждого чувака. Хотел бы я уехать из этой страны, я бы хотел бы улететь из этой планеты.